это не ринг, а клетка. За звание чемпионов сражаются бойцы из разных регионов России. В Пушкино проходит первый турнир по ММА. Он посвящен памяти Мамуки Кузнечихина, возглавлявшего местную федерацию по данному виду спорта. Это турнир любительский. У нас не допускаются спортсмены, имеющие профессиональный рэкет, выступающие, да, там в лигах профессиональных, только любители исключительно. Спортсмены к нам приехали из Воронежской области, Ивановской области, Орловская область к нам приехала, Тульская область к нам приехала и Подмосковье, как бы города Подмосковья. Местная федерация ММА была основана 3 года назад по инициативе Мамуки Кузнечихина. Он же и стал ее первым президентом. 2 года назад провели турнир, посвященный памяти детей Беслана. На протяжении того времени, пока он работал на территории района, он провел только один такой турнир. И для него было большое там желанием и мечтой, чтобы такие мероприятия проводились в районе ежегодно. Ну, соответственно, с друзьями, с федерацией ММА Московской области, с бойцовскими клубами, которые находятся на территории района Пушкинского и Мытищи, Королева, сегодня мы провели вот такое совместное мероприятие. Мамуке Кузнечихину было 34 года. Смешанными единоборствами он занимался около 10 лет. Он этим жил. Он мечтал о том, чтобы у нас в городе Пушкино по смешанным единоборствам были выделены здания, какие-то комплексы, что приходили дети, занимались. И хотел вырастить именно в городе Пушкино, чтобы были чемпионы мира. Он к этому шел. Но, к сожалению, не успел. И получилось. Сейчас у местной федерации ММА новый президент. Им назначен Давид Рудчик. Соревнования проходят по правилам Союза ММА России. 3 раунда по 3 минуты, по итогам которых определяется победитель. Дальше этот турнир ежегодным будет. То есть мы не собираемся сегодня забывать. А в дальнейшем хотелось бы, чтобы наши спортсмены нашего округа выступали на мировой арене. И также прославляли наш городской уровень, округ на мировой арене. Говорили и в Америке где-нибудь про нас, а вот он с Пушкина, с Ивантеевки, ребята. Всего в турнире соревновались 28 пар, это 56 бойцов, все в разных весовых категориях. Городской округ Пушкинский представляли 5 спортсменов. Всем участникам турнира приготовили памятные подарки и благодарственные письма.